Так, давай лучше будем играть в нормальные игры. То этот компьютер зрение портит. А то я думаю, что мне глазки. Вот, а потом еще голова будет болеть. Давай вот поиграем в интересную игру, например, какую? Светофор. Ух ты, я даже такой не знаю. Давай поиграем. Что надо делать? Что надо делать? Да. Карпуша, посиди. Смотри. Да. Я вот, например, вот я. Ты. Или ты. Я. Вот, я, ты. Ты отворачивайся. Поворачивайся. Да такая игра? Ай, тогда я пойду в компьютер. Иди обратно сюда. Я тебя просто хотел научить тебя немножко провести. А-а-а. Вот. Ага. Ай, поворачивайся. Поворачивайся. Ты светофор. Я светофор. Да. Ты, например, вот, я должен сейчас возле тебя пройти. Ага. Но чтобы пройти, ты должен мне назвать какой-нибудь там, ну, цвет. Там зеленый, хорошо. Красный, желтый, хорошо. Голубой, синий. Вот, хорошо? Так у светофора три цвета. У светофора три. Три. А это игра светофор два. А, вот. Светофор два. Итак, давай. Давай, называй любой цвет. Желтый. Желтый, поворачивайся. Вот, я иду. Если у меня есть где-нибудь желтый цвет, ага. То я прохожу смело мимо тебя. Ага. Вот, если у меня нет желтого цвета, то я должен пробежать, а ты меня должен поймать. Понятно. Понятно? Да. Тогда давай поворачивайся заново. Итак, давай, говори. Красный. О, красный. Красный нос. Красный нос, точно. Да, я прошел. Сюда, на эту сторону. А я... Да, поворачивайся опять, говори цвет. Бирюзовый! Сдаюсь. Вот. Поймал. Вот, да, бирюзовый. Понял? А в эту игру можно играть на улице, когда целая куча детей. Вот тебе надо, да, чтобы целая куча детей. Да, вот, это же гораздо интереснее, да. Чем в этом компьютере. Ну да, а да. Еще много есть интересных, да. Вот столько много интересных игр. Да. А давай еще раз попробуй, только ты теперь говори. Давай, хорошо, только давай. Я теперь говорю. Итак, Жорик, я загадываю цвет, знаешь какой? Какой? Черный. Чего ты? Проходи, давай, у тебя черная горошинка. А теперь я загадываю, знаешь, какой цвет? Какой? Фиолетовый. Да. Какой у нас разноцветный Жорик. Да. А теперь мультфильм. Давай мультфильм. А, стой. Что? Стой. А мы завтра поиграем? Поиграем обязательно? В компьютер, да? Нет, в светофор. Ребята, надо завтра поиграть в светофор. Да, поиграем. Пошли смотреть мультфильм. Видите? Я Зорика уже почти отучил от компьютера. Ой, этот компьютер во сне буду играть. Покойной ночи. Покойной ночи. Мультик классный. Желтый, синий, красный.